Какую операцию надо делать? Аденоидотомию или аденотомию, как мы говорим, или эктомию. Ну, каждый, кто может. Сегодня у нас, слава Богу, все аденотомии делаются под общим наркозом обязательно и делаем при помощи шейвера. При помощи шейвера можно сделать все, как положено, убрать практически досконально всю лимфоидную ткань. Там все зависит уже только от вас. Конечно же, это лучше, чем аденотом, ну, смотря как. В хороших руках и аденотом прекрасный. Я согласен, вопросов нет. У нас даже была коллекция аденотома, вы знаете, не с приемниками, там всякими делами, по размерам, как высчитывать, вообще интересно все. Аденоидэктомия. Традиционно мы это говорим под контролем эндоскопа, шейверная чаще всего. Аденотомия на сегодняшний день, она делается практически, ребята, это обязательно. На сегодня мы можем сказать, рецидив, почему? Я еще раз говорю, операция это 30% успеха. Дали носовое дыхание, закройте ребенку рот, научите ребенка дышать носом, занимайтесь дыхательной гимнастикой.